Патриотичная посылка в небо – не просто красивая акция. Это память и уважение за мужество и отвагу героям Отечества. В 2011 году указом президента Анапе присвоено звание «Город воинской славы». Почетное звание присваивается только тем городам, жители которых проявили мужество, стойкость в борьбе за свободу. В нашей стране 40 таких городов. В них и провели масштабную всероссийскую акцию в память героев и подвигов. Георгиевская лента всегда заслуживает особого внимания. Это дань уважения тем людям, которые смогли защитить нашу страну. Школьники и студенты, основные участники всероссийской акции, развернули гигантскую георгиевскую ленту 100 метров длиной и принесли с собой воздушные черно-оранжевые шары. В Анапе, городе воинской славы, трепетно и с большим уважением относятся к истории города. Ведется активная патриотическая работа, бережно охраняются памятники военной истории, регулярно проводятся встречи ветеранов войны с молодежью и школьниками. Я думаю, что сегодня здесь все собрались для того, чтобы еще раз подчеркнуть и почтить память о том времени, о том подвиге. Очень классным, ярким, запоминающимся. Шары в небо выпустили, ребята, очень красиво было. Мы этой акцией почтили память, да, всех павших воинов, героев. Вот. Вспомнили еще раз, что наш город теперь стал городом воинской славы. Акция в целом прошла нормально, очень красиво. Но мне понравилось, все было замечательно, тем понравилось. А тем, то, что вот все вот так как дружно, как одна семья, все сплотились и сделали это все красиво. Шарики интересно, красиво. Очень оригинально. Для памяти. Чтобы сблизить нас всех, чтобы дружно. Я единственное, чтобы мы помнили.